Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Очередная пятница. Очередной кооперативный вечер. И как это уже заведено в моих напарников, дорогой товарищ X. И мы играем в Волчий камень, Кровь Юнга. Как заведено в этой игре, с вами два горячих молодых парня и две горячие молодые девушки гуляют по вечернему, утреннему и дневному Парижу, встречая самых разнообразных людей с интересными гаджетами. Встречайте. А теперь мы отправимся куда? Правильно, в темноту, которая друг молодежи. Хикс? Да? Это твоя игра. Я тоже это самое. Всем привет. Мы начинаем пятничный вечер, да? Привет, Дред. Мы все собрались. Да. Как обычно, вдвоем. В нашем очень большом подружном кооперативе. ГТФОшники там, как обычно, в ГТФО. Поэтому им не до нас. Все, я тут. О, ты тут, кстати? Да. Я ты тут уже. Я думал, мы в метро будем, а мы тут. А мы в прошлый раз, помнишь, закончить никак не могли. Тут прям так, такая веселуха началась. Ага. Я забыл, как два оружия в руки взять. Так, Г? Нет, не Г. А! Извини. Я что-то тоже туплю. X. Во, X. Все. Помнил. Что-то надо фонарик. Все, я готов разваливать. Меня сейчас прищучат. Надо старать шину. А это ты? Угу. Так, что-то мы прям резко так начали сразу. Ну да. Сразу в бой. Оу, бой. Ну какие времена, такие темпы, да, игры. Ага, не говори. Чё ты тут? Ой, что это тут? Куда войти, куда податься? Я тут пытаюсь понять, что вообще происходит и куда идти. Да, я тоже. Так, надо этот сказать, что все классно. Как я это делал? Нет, я зачем-то гранаты кинул опять. Да, тебя здесь... как-то, мне кажется, тихо слышно, нет? Ты ничего не менял? Меня тихо слышно, да? Не то, что немножко кажется. Ё-моё. Ты где? Ё, я потерялся. Сейчас, а вот ты там бежишь. Да. Может, я, конечно, в гараже компрессора наслушался, и у меня немножко глухота наступила. Но мне тоже что-то говорили о том, что меня как-то тиховато слышно. Раньше тебя вроде было громче просто, да, слышно. Сейчас, подожди, может быть... Хорошо. Задаем сейчас, гараж. Один момент. Так, а сейчас? Раз, два. Да. Вот, вроде получше стало чуть-чуть. Я просто децибелы на минусы поставил, это правильно? А. Раз, просто два. Когда играешь, какая-то стрельба начинается, тебя в суматохе как-то, ну, ты сливаешься с окружающими звуками, поэтому не всегда получается различить, что ты говоришь. Я понял, хорошо. Блин, у меня прям на монитор такой большой. Вот сейчас вообще громко. Отлично. Сейчас, да? Нормально или хорошо? Угу. Вот сейчас отлично вообще. Супер, хорошо. Спасибо, что сказал.
Да, раз, сейчас два, ты прям раз, отлично. Два. Сейчас твой голос выделяется на фоне игры, он громче стал. Ага. Сейчас я буду... В общем... А, блин, опять я что-то кинул. Да, в общем... В общем, мы продолжаем продолжать то, что мы продолжали в прошлый раз. Я даже не помню, что мы делали в прошлый раз, но мы что-то делали, да? Там мы какой-то лазер открыли и там... А, да, точно. Давайте а потом мы в подвал. Давай посмотрим на задания, какие у нас там задания вообще. Найти выход в Брудер 2. Так. Маленький Берлин, Брудер 2, спуститься под землю, чистотный код Мариане, найти центр допросов, а, ну вот, вернуться к Эбби. Короче, нужно в метро добраться, ну, где-то тут, короче. Короче, ты понял, да? Короче, я понял, да. Ну, класс, честно говоря, я все никак не мог собраться сегодня поиграть, а в итоге хорошо, что играем сейчас. Пил хоть какой-то, знаешь, отдыхаешь головой. Ага. Так, походу вниз надо идти. Sister, follow me. Да я... Потерялся. А, вот, тут нашел, да. Полный боезапас. Как вы в темноте ходите, сволочи, я ж... А как ты вообще видишь в темноте? Да я там по значку здоровья я его заметил. Ты знаешь, вот бесит, тебя там игра заставляет, ну, в таком полуреализме делать все, знаешь, из разряда. Ты бежишь, у тебя фонарик от оружия сразу в сторону сбивается. Думаешь, прикольно, как в этом Left 4 Dead такая штука. Когда там перезаряжаешься, у тебя фонарик с оружия исчезает, больше не освечивает. Ну как бы он в сторону отодвигается, типа ты реально пушку двигаешь. Ну да. И тут такая же хрень. А ты смотришь, у тебя эти солдаты просто ходят. Ну, на мой взгляд, вот эти подземные уровни это одно из неудачнейших. Ну, то есть довольно неудачное решение. Сбивать этот замок, да. О, тут какая-то хрень. О, да, метро. Необычный звук. Да, действительно. Давай, иди сюда. Пас из дас. Ой-ой-ой, там Роберты ходят. Роберты? Их можно сзади подвалить. Так, я уже забыл, это лазер. Ой, там еще Роберты ходят. Короче, меня подловили. А да, пошла жара! Пошла, да. Че там, тебя бьют? Нет. Так, вроде троих минусанул. А, вот ящик вижу. Так, а, блин, что-то сломалось. Мне нужно отсоединиться, я к тебе подсоединюсь. К игре ты имеешь в виду? Да. Что-то случилось, вставай. А Хикса тебя... Я не вижу, что ты играл. Подожди-ка, а я тебя тоже не вижу. Херня какая.
Так, а если сейчас пересоздать, то мы опять пересоздадимся сначала, да? Ну там недалеко вроде как было. Ну что, может тогда пересоздать? Давай пересоздавай. А вот ты есть. Туннели под Брудером 2. Не. Ну, короче, мы знаем, куда О. переться. А ты там в начале появился, да? Да, нормально, сейчас я добегу до тебя. Вот ракашки бегают. Так, только сейчас помню, скажем, тебя. А, вот вижу. Вижу. О, привет, я тебя вижу. Нормально видишь, да? Я двигаюсь, они просто застрелились. Угу. В общем, резко ворвались в игру. Игра охренела и нас раскидала. Да мы что-то, я такой сразу, о, всем привет, и сразу Мочилова. Так, а здесь что-то взорвать можно. Да, сейчас. Где там? Вот восьмерочка. Не, прикольная игра, мне она даже начинает нравиться на самом деле. Ну, как бы не то, что она мне не нравилась, а тянет в нее поиграть. Атмосферно, музыка хорошая. Ну, то есть, ну, для меня она как бы. Может тут нету. Она такая, фановая. Да. Как бы может тут и не так все боевикасто сделано, как в этом в оригинальных Блажковичах. Угу. Хотя тоже. Ну, то есть. Такое, ну, такое ощущение, что вот эта вот кооперативная часть сотрудники Machine Games еще так не так хорошо умеют делать. Вот. Но во всем остальном, как бы, я чувствую любовь вот это к тому, что они делали. Может быть, там не настолько 60-е, как во втором Вольфенштейне или в первом Вольфенштейне. Но все равно очень прикольно. То есть вот это количество деталей, которые тут вот подделано, все вот это. И даже да, несмотря да, на да. то, что я говорю, что это, на мой взгляд, не очень удачная сторона игры, вот эти вот подземелья. Но они неплохо сделаны. Они хорошо сделаны, вообще. Просто не скучно. Ну явно не Aliens Colonial Marines. Возможно, и баги. Ладно, я кого-то тут стригерил. Брудер 2. Кстати, нам сюда, да, цель указывает. Интересно.
Да ё-моё. Ни хрена, меня убили. Я ей хотел топорик в лесу воткнуть, а она меня убила. Айзе! Чё, пойдем, куда указывает дверь? А тут что-то было еще, мне казалось, или нет, сейчас. Все ли посмотрели? Открыв комплект. А, вот здесь какой-то ящик еще закрытый. О, патроны. Отлично. Это я тут лазером прожег. А чё я лазером прожег какую-то дверь? И где я её прожег? Автомат в стене торчит. Ничего не понимаю. Кажется, что эти уровни, они подделаны были под концовку игры. Mm-hmm. То есть в конце игры ты получаешь такую, типа, God Vision, так называемый, типа, как Night Vision, только желтый. А, ну, кстати, может быть, ты прав. Вот, и там как бы с этим, с пистолетом... Ну, наверное, там глушители каким-нибудь. Все бы было бы видно, да? Да. Вот, оно. Да, я, конечно, не найду. Ты где? А, ты там внизу потерялся. Да я тут этажом. Я этажом выше поднялся, вроде как. Или нет? Нет, я не этажом выше. А как я здесь оказался, если я поднялся наверх? Ладно, хрен с ним, пойдем. Я просто что-то прожег где-то, а чё, уже не помню и не найду. Пойдем, я, может, уже нашел это место. Пойдем. Да. Если тут еще как-то включался свет. Азиз, лайт. Как в пятом элементе. Ага, зажигалку. Да. Ну, в общем-то, и в целом серии Wolfenstein не продумана вот эта вот идея ночного стелса. То есть в целом, ну как бы 2014 плюс там New Order, Old Blood и New Colossus, они прекрасно обходились без фонарика. И вот, например, только в одной миссии Wolfenstein New Colossus, там, если ты играл, там такие миссии, как бы ты проходишь, как бы у тебя открывается миссия на карте. Ну там структура такая, как будто вы с подводной лодки начинаете все это дело проходить, и там на определенные места выплываете, чтобы там сбросить Блашковича, там делать свои темные дела. Вот. И на такой вот карте, как бы одно из последних мест, которое открываешь, это вот такая вот заброшенная лаборатория. Джесс. И там ты идешь в полной темноте. Но фишка в том, что темнота может быть и полная, но ввиду того, что раньше этой механики не было представлено, у Блашковича просто фонарик вездесущий открывается, и он тупо все видит. Ну, как бы он меняет оружие и так далее. Как бы у него просто такая вот луч света из морды появляется, и все. Ну и мне кажется, что они здесь тоже не сильно так нормально придумали, но продумали вот этот факт.
не додумали, короче, не успели, может, додумать или что-нибудь в этом роде. Так. Что-то, по-моему, знакомое место, да? В ОБС и ФПС просел. Да, место, кстати, знакомое. Сейчас, секунду, надо, наверное, развернуть, свернуть игру. Я заметил, что Youngblood очень странно с ОБСом себя ведет. Вернешь, развернешь игру и перестает. ОБС. Уверен? Что ты хочешь это? Да. Или получше стало. Так. Кстати говоря, если послушать эти песни. Тут восьмидесятничек такой прикольный, и что тут было? И сейчас пели переделку, ремейк There is a house in you, audience. The house of the rising sun. Вот, это немецкий маньяк все это пели, знаешь, типа, после, ага. В этом мире главные культурные достижения принадлежат немцам. Или, по крайней мере, немцам. Оп. Короче, почти что коллектив 2.0, да? С да, этим, с предсказанием музыки. Это типа того, да. Так, нам нужно отсюда выйти, потому что нам вроде здесь ничего не надо. Я смотрю, тут какой-то ящичек по кругу летает. И вот мне интересно, что за ящичек? Какой ящичек? А вот тут сейчас кто-то двигается ящик. Ящик? Сверху по рельсам. Вот сейчас уже уехал. Явно намекает на то, что на него можно запрыгнуть. Ну, и прокатиться на нем. Ты где? Ты внизу. Я тут, сейчас он просто уехал. Вот сверху рельсина, видишь? Ага. И вот по ней ящик двигается. Он сейчас уехал туда, куда-то вдаль. Ну, попробуй. Ну что-то я следующего ящика не вижу. Все, проморгал свою судьбу. А вот он. А вот он едет. Ну, он какой-то малоколизийный. Я на него запрыгнул, а он зараза меня. А, да, да, да. А я вообще на рельсину запрыгнул. О, ты... мастер залезать. А тут какие-то ворота открылись. Где? Закрылись. Интересно. Наверное, не стоит туда пробовать. Хорошо. Залезать, а то еще сейчас. Полезли. Вначале, да. Метро. До станции метро нужно добраться. Какая станция метро? ВДНХ? Или этот, Чистые пруды? Гандейский союз. Кто по мне стреляет? А, какой-то... Эль Коменданте. Так, а ты там, все, я к тебе иду. Там за стенкой, зараза, засела. Варум шикс до майна пройду. Я тебя настоящим немецким языком спрашиваю. Варум это у нас варум. А что дальше? Я честно не расслышал, что ты сказал. Варум, ну насколько я помню, шизен это стрелять. Варум это, ага. Ну собственно. Во втором лице. Почему ты стреляешь? Варум ших. А. Шист. Шист. Черт его знает, ладно, все, я сломался. Варум, да я сам так всю жизнь учил немецкий язык, не знаю, что ты говоришь.
Никто не знает. Это поварум знает слово. Говорю на языках, значения которых не понимаю, да? Так, че, а вот ящик. Здесь ничего нету, здесь ничего нету. Поехали через лифт. Аудиокассета. Такое ощущение, как будто мы попали на базу нот из серии «Теперь он сам». Ну чё, металл, все дела. Ну. Красота. Металл они потратили на все это дело, а? Можно попилить и сдать. Транспорт Халли. Сильберфиш. Так, да, ну, перец-то, ё-моё. Так, это у нас дверь взрывная? А нет. Поехали отсюда. Я мечтаю прокачать уровень, чтобы наконец прокачать себе возможность быть невидимым постоянно, как ты. Сейчас уже наконец могу хоть бегать невидимым. Я куда бы пришли? Так, куда бы не пришли, тревогу тут уже подняли. Надо, короче, выбрать правильный. Правильное задание. Лаборатория X вернуться к Эбби. Да, ты нам туда отправляешь. Извини, я тебя не в правильном направлении. Сейчас мы пошли бы в Брудер опять. Вошел в Брудер. Сектор А. Эй. Походили, как это называется. Ладно, поехали вниз. 60 метров. А нам А. Тут пока не видно, чтобы другие варианты были. Там уже был пробиться. Все равно куда бы нас не привело. Врываемся! Уже здесь были. Вот сюда. Да, сюда. Кто-то живой? Кто-то живой там какой-то. Роботех. Ансен, Сишкин. Помнишь, как от папы выхаживали в подвале крошечного енота? Мистер Призрак. Он был такой милый. Я боялась умереть от передоза мелоты. Ну, смотри, куда нас. А, тут, по-моему, метку нельзя, да, поставить? Пойдем через эти самые. Через гребаные. Через гребаные катакомбы. Она,
конечно, муторно, но зато точно можно понять. Да, если вы смотрите, извините. В некоторых местах просто играет хорошая музыка, поэтому мы туда возвращаемся. Да. Они просто туннели, как лабиринты. Ну чё? Егермейстеры какие-то бегают. Патроны пополнил. Можешь сюда ко мне? Да. Нет. Ага, спасибо большое. Или я какой-то наглый очень был. Так держать, Софи! Achtung, meinen! Ударим.
значок. Блин, а я за дизель солдатом иду, думаю, что это ты. Потом до меня дошло, что это дизель солдат. Опа. Я это. Ай, блин. Так, я сейчас тоже уже. Спасибо. Ну да, сам подставил, сам. Давай, пришли отсюда, конечно. Так вон он под люком сидит. Под люком, блин. Не, просто здоровья вообще нету. Пипец, вот теперь блин. Есть. Отсюда нахер. Спасибо. У меня наушники что ли садятся? А что такое? Да у меня тут жалуется. Сейчас секунду, я это поставлю на зарядку. Грузится еще, кстати. Угу. Четвертая зона. Что в четвертой зоне можно поделать? Ну, главное вылезти. Сначала надо. Кстати, меня уже заколебали эти катакомбы. Честно, так, я тут. Угу. А, я вспомнил. У нас тут дырка. Ну, я на ящик прыгнул, а потом с ящика. Я понял. Да, волк. Ё-моё. О, красавчик. О, песики, песики. Ух ты, а тут этот... Блин, а тут народу-то. Уйма. Я что-то выбежал... Стали, да? Ну, я выбежал уверенный такой. О, новый уровень. Ну, ну. И они тоже жирнее. Как не вовремя у меня патроны кончились. Я так красиво зашел. Рядом с вами автомобиль важного человека, которого необходимо устранить. Найдите ее и заминируйте. Вот кто в здравом уме стоит тут, бочку палит, а рядом стоит бочка, которая взрывается, а? С бензином. Так, а у нас, кстати, давай этот общее здоровье поднимем. Это я согласен. Так, сейчас. Нам надо добраться до метро. Метро у нас имеется одно там. Вот. В том направлении, другое в том направлении. Ага, и какое проще. Поперли.
ничего не надо было делать, правильно? Да, тут какая-то это ящик, который можно взорвать, но, наверное, не буду. Так. Маленький Берлин. Что-то там внизу. Центр допросов — это Бульвар Победы. Мир. Мы либо как, блин, как-то. Как сестра по-немецки? А. Хрен его знает. Систер. Брудерс. Систер, может, так и будет. Дорогие знатоки, как будет систер по-немецки? Вот там взрывные собаки где-то гавкают. Да, я одну такую уже распалил. На неё там... Я там... Ну чё, пойдём. Внимание, вопрос. Тара-тара-тара-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Так, а где мы находимся? Мы находимся в зоне 3, правильно? Катакомбы. Нам нужно в катакомбы. А помнишь, ты написал вопрос рассказ, знатокам от телезрителей. Ну, где крутая героиня мочила нацистов? Меня, кстати, вдохновили мамины... Что-то со стола упало. Что там у тебя упало? Да расческа со стола упала. Девочки, вы сотворили чудо. Это нужно отметить. И не говори. Башни стали нашими. Я отправила группу бойцов. Они расчистят нам путь в лабораторию X. Эх, скорее бы найти отца. Конечно, конечно. Но сперва предлагаю выпить за капитана Бласковица. Давайте-ка выпьем. Выпьем чаечку. Выпьем. Согласен. Горячий чаечек. Садитесь же. Пейте. Капитан Бласковица, да? То есть только он всякой херни наделал. Итак. А все равно, взломав все серверы в башнях нацистов, мы получили полный контроль над обменом данными между Парижем и уже Берлином. Джекс. Сработало быстрее, чем я думала. Лотар. Мой хрена себе, а что они хотят? Время пришло. А, я натюрлих. Да. Сейчас прибудет Фантомас. Bereit, der Regierung in Berlin einen Denkzettel zu verpassen, meine Liebste? Die Vision unseres geliebten verstorbenen Führers in neue Sphären zu heben und ein viertes Reich zu gründen? Eine neue Welt über den Wolken. Славься, четвертый рейх! Bist du sicher, dass sie schlafen? Ja, natürlich. Merci. Огромное спасибо за помощь. Дай девушкам вина, сигарет и приключений. И они клюнут на что угодно. Genug davon! Der Tag des jüngsten Gerichts rückt näher. Wir müssen in Labor X eindringen und uns auf die Machtergreifung Berlins wappnen. Bringen wir es hinter uns. Zieh ihr den Kopf zurück. Броня прям. Welch
ein befriedigendes Gefühl. Der Blutlinie von Terror Billy ein Ende zu setzen. О, майн гот. Кайсе. Артур, Кеннет. Мы в пути, Эбби. Гусем баронессы что-то неладно. Поняла. Конец связи. Эбби Шерри, приходи с девочками в комнату отдыха. Я на теплых. Ух ты, блин. Хана тебе, ублюдок! Что, сами не могли так сразу, что его режим? Ну. Рожами светит. Это меня сейчас, между прочим, мутузят. Ты там лежишь. Оставь их, милый. Оставь. Нам нужно отбить Зигтурм. Задействуй союзников в Берлине. Пожалуйста, скорее. За ними, Джаз. Я с Эбби. Эбби! Лотар, скорее! Что с микрофоном случилось? Тебя? Сука! Джек, помоги! Черт! Бьяч! Черт! Черт! Эбби, держись! Эбстер, тебе больно! Кра себе! Когда больно, твою мать! Сейчас! Стоп! Сука, застрял! Дай-ка я, Джек! Курва мать! О боже. О, мать. Я пердон. Сейчас что-нибудь приятном. Приятно, Эбби. У меня нож, так. Ну, у нее ж мама полечка. Да. Ты нас так, наказал. Что у меня с микрофоном? Жить буду. Когда найдете отца, передай ему это. Скажи, что от Сета. Поняла. Так, вот что я узнала. Когда да, нормально, вообще ништяк. Подумаешь, глаз вырезали. Был направлен отряд. Во время штурма он не был серьезно ранен. Правда, был но сумел сбежать в парижские тоннели вместе с Жужу. Затем они вышли на связь с сопротивлением и проникли в его ряды. Это реально очень опасная парочка. Берегитесь. Прямо natural born nazis. Да, без тебя наш план провалился бы. Что ж, рада помочь. Ну давай, ты вот этого, а я соседнего. Я правого? Да. Ага. Там еще один, я к нему. Какой жена? Хрен, блин. Общая жизнь надо взять.
А у нас нету? А у нас нет. Одной не хватает. Просрали. Прямо как одного глаза. Кое-кого. Так, сейчас. Так, что у нас еще интересного есть? Ящик есть. Перевочки. Так, у нас вообще эта станция открыта. Что? Нам походу сюда. Сейчас надо задание выбрать. Зигштурм, да, все правильно. Так, взрывай. Вроде никого. А мне на шестерку. Что тут качнуть персонаж? Ага. Где тут невидимость-то прокачивается? Броня, здоровье. Маскировка не тратит вашу энергию, когда вы стоите на месте, и восстанавливается быстрее. Вот это надо. Вот это я хотеть. И 45-й уровень. Понятно. На пространство врагов это я пока не буду качать. Максимальное количество брони до 200. Во! Блин! 6 очков надо. Будем копить. Угу. Еще 6 очков, и я смогу тяжелое оружие с собой носить. Да тут меня по мне стрелять начали. А ты уже тут? Ага. Я уже там. Кто здесь? Хер, комендант, да? Угу. Мы вас перебьем. Пытаться, знаешь, найти какие-то окольные пути. Mm-hmm. О. Плюс 2 крона. Сколько мне надо? Сколько мне надо? Сейчас гляну. Персонаж. Мне нужно еще 2 уровня. То есть 3. Дальше чисто гринд. Давай. Пончики, эклерчики, книжки. Внимание! Средства по спасению граждан. Тревожная новость. В вашем районе нацисты проводят чистку среди гражданских. Спасите больше людей, лады? Лады, бороды. О, там этот дровяк.
я пока пытаюсь, да. Вроде все. Ты нацист на фантуши, как последний раз уже! Я-я. Нашла еще кое-что о Жужу. Ее настоящее имя Жули Брандт. Потомок французских дворян с первых дней войны поддерживает нацистов. Вышла замуж за Лотара Брандта в 57-м. Эта сучка по уши в дерьме. Так, кодовый замок. У меня нету данных о нем. Не кодовый замок, а этот ящик с замком. Дай-ка, может, я тебе могу помочь, кстати говоря. Где ты его там видел? А? Вот здесь в окошко надо зайти. Да, и дальше. И он был где-то вот здесь, вот-вот он. А, блин, я тебя уже не помогу, ёпка. Ну я открыл, он для меня уже деактивирован. А, я понял. Думал, может тебе кодом. Так, к сожалению, не работает. Пойдем откроем. Что тут всего, а? Собирать постоянно, лутать. Ой, там какой-то мне ящик за стеной. Помоги. Да, там с другой стороны заходить надо. Софи, мы что, дуры? Как мы так легко клюнули на Жужу и Лотара? Слышь, не изводи себя. Они всех обманули. Кроме Эбби, разве что. Спасибо, Джесс. Со мной связались другие бойцы. Они попали в засаду, но многие выбрались. Один из них видел Лотара и Жужу в сопротивлении элитного отряда нацистов. Имейте в виду. Робозальдатен идет. Где? А, ты сзади там пытаешься замочить? Все, пошла жара. Замочил? Да, но это самое. Паника тут. Разрушитель. Ой, я внезапно нашел их. Ух ты! Ой, меня тут подорвали. Ты где там? Да я сейчас походу истеку. Это рельсу я хорошо настроил. От души. Не то, это интересно. Так, семь. У нас ворота. Нам нужно в эти ворота. Все, что нужно здесь. Это похоже на то место, где мы с самого начала вышли. Не понял, это я обо что?
Забор, что ли? Забор, да. Да, тут можно об забор, короче, напороться на забор. Прикол. Это у нас лазер. Прикольно. Там, нас приглашают в соседнюю зону, правильно? Соседнюю локацию, да. Пожалуйста, пушечку с собой забрать хочу. Спасибо. Слушай, ты открыл двери без того. Опять. Кидай, здесь промежуточная Послушайте, зона. Послушайте, Жужу, она же Жули Брат, возглавила атаку на сопротивление, захватила лидера повстанцев Эммануэля и пытала его несколько дней на радость генералу Латару. Я сейчас чай пойду. Вы же перебьете возьму всех этих нацистских ублюдков. Давай. Правда? Бей нацистов от души, как последний раз, Джесс. Пушку не дали. Не дали пушку с собой взять. Ну что ты там бандитствуешь уже? Да не, пушку не дали с собой все-таки, а. Девчат, вы должны быть недалеко от входа в лабораторию X. Как я поняла, ой, он замаскирован. Так что хорошенько осмотрите все вокруг. Электрособакин, да? Да. Че, можешь взорвать ее? Ну, как бы ничего, надо бы взорвать. За все подряд цепляюсь, а? Ай, не то. Ай, больно? Что там у тебя? Электропушечка. Хрена себе. Опять меня жахнули. Вот этот день. Да мне этот с реактивным ранцем. Ой-ой-ой, карнавовой. Ты предупреждай, что ли?
На такое надо, блин. На такое надо особое оружие поднимать сразу же. Так, что там? Ну давай. Так, я сейчас истеку. Истекай, да. Да что такое? Что так жестко, а? Где дробовик? Дробовик вот. Так, держать, сестра. Ты у меня крутая. Понял? Систер. Бразер. Мазер, фазер. Иди, ящик возьмем. Софи, будь добра, помоги. Компрессор. Что там это хрень, что мы хрень, непонятно. Лабикс. Лабикс. Девчата, потайной лифт, который доставит вас в лабораторию X, замаскирован под рекламную тумбу. Найдите ее. На ней есть две наклейки с черепами. Если нажмете на них одновременно, двери лифта должны открыться. Угу. Смотри, тут наши фотки. Угу, и Джуджу. Эй, Эбби, двумя глазами. Как тебе книжка об Артуре и Кеннете? Классно, да? Минутку. Там у нас Эбби. А Джуджу, а, Джуджу это тот, который сволочь. Ну, я просто смотрю, она на плакате черная, я подумал, что это она. Самый разыскиваемый преступник, да? Ну. Это потому, что я черный. Ты как я сегодня мем увидел. Белые медведи встали на колени и просят прощения, потому что среди них нет черных медведей. Откройся, сексам. Так, что-то у нас еще есть интересно. Там мы были. Ни хрена тут цитадель. А я что-то это самое, знаешь, а у немцев разве свастика в эту сторону, не в другую сторону? А, против солнца. То есть она должна спотыкаться... спотыкаться о... Ну, если по часовой стороне не двигать, то... Ну, то она должна Понял. Спотыкаться, потому что как бы... Ну, как мне батька в свое время объяснял, уж не знаю, насколько это корректно и прочее, но, типа... От сердца к солнцу, короче. Ну, типа буддийская, она там... Да. Она как-то от того, что... Ну, не должна... Ну, типа идет плавненько по... Недопрыгнул. Я понял. Я просто то ли Индиана Джонса тут недавно смотрел, то ли еще что-то. Ага. Смотрю, свастика какая-то не в ту сторону. Ну
Ну что, пойдем в эту лабораторию? Пойдем. Разнесем там все. Какие-то черепа нужно положить, а? Их вроде Вульф и Верден Ас Эс Ау. Я тебе без оружия останусь. Да ну ёпарасы ты. Качайся. Ну. У всех на виду пробраться в лабораторию X. Я искала, но данных о лаборатории X очень мало. Ее наверняка хорошо защитили от посторонних. Если удастся найти главный сервер, заберите ключи у офицеров охраны, откройте его и дайте мне доступ. Ты на себе, я в ящичек залез. А чем ты открыл вот этот ящик? Лево, который был. А там, когда прокачиваешь так, пробивной удар... Как тебе книжка? А, понял, это, короче, пробивным ударом, классно, да? Да? Да ничего так, в общем. Понятно. Больше всего меня, конечно, прикалывают жуткие британские имена. Прунелла Триклбэнк? Там просто отпадная концовка. Ой, да неужели мне дали тяжелое оружие? Это не оружие, если она не весит, по крайней мере, сотню фунтов, да? Да-да-да. Посередине открыли, я хочу вторую дверь просто открыть. Давайте с другой стороны. Ну, еще один кубик. Кубик что-то там, Шрайбер. Там, я понял. Да, сейчас посмотрим, может, я могу проапгрейдить немножко свой Фигельхаммер. Штич. Говори. А, все. Съели. Бежали. Не-не-не, меня не съели, у меня кончилось мое супероружие. Да ё-моё! Чё там у тебя? Да я всё оружие в руки взять не могу, нормально, да, всё, меня убили. Ты где вообще находишься? Я шёл с противоположной стороны от тебя, там этот лазерный кюгель-солдатен полудохлый. Сейчас ты прямо ударишь! Ну. Да я чё-то оружие никак не могу взять в руку подходящее.
Привет, академик. Ты вроде там машинами заниматься должен. Руассаны сплошные. Батарейка. Смотри, какие красавцы. А-а-а. Мутанты. Мутанты. Штроген разработки. Это весь ID, ID software. Чуваки с большими пушками против кибернетизированных мутантов. Там что Quake, что Rage, что Doom, что там еще? Quake, Rage, Doom, Wolfenstein. Так, теперь какие наши? Пошли выключатели жамкать. Да, что-то там. Так, где там вот. Открыть. Внести флюгель-кюгель. Флюгель-гештайм. Ага. Вот там здоровый. Дамы, последняя запись с кассет Лотара готова. Слушайте. Ich habe einen Plan. Ich habe herausgefunden, wo sich die Terroristen verstecken. Wenn Berlin mich ausschalten will, flüchte ich mit Jutu in die Katakomben von Paris. Dort infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Wir werden sie benutzen, um gegen die Treulosen zu kämpfen und Operation Aufstieg zu starten. Es wird vielleicht etwas dauern, aber glauben Sie mir, Generalmesser, am Ende werden wir siegreich sein. Heil dem Vierten Reich! На этом все. Отбой. Дизель суперсолдатом. Кстати, тут есть пушечки. Значит, можно их сюда заманить и это испепелить. Кого? Ну вот там снизу дизель зупер солдатом. Можно. Но тут этот комендант. А он может гадости всяких наделать. Вот тут большой Пушкин есть. Что-то там не триггерил, что ли? Нет, я еще не триггерил. Туалет там. Так много дают тяжелого оружия. Ой. Походу... Ты затриггерился? Походу он
походу, тупой. Не реагирует на стелс. В общем, я его держу. Я его держу на прицеле. Я его убер. Ну это. Осталась одна только Европа. Почему остальной мир не даст им пинка? Подожди. Пойдем. Ура, я свою пушку выкинул на ту сторону. Значит, папа находится где-то здесь. Они на нем ставили опыты. Да. Лучше об этом не думать. Кюгелем махем и хайм. БФГ. Тут есть так много патронов везде, а? Панцерхаунд. Ладно, я триггернул. Мой стелс не идеален. Это было забавно. Это было забавно. Что ты там делаешь? Я панцерхаунд взрываю. Это рука. И рядом граната. Непонятно, вообще не предусмотрительные люди. Но кто так делает? Рука и граната рядом лежит. А, все, вижу, вижу. Как я говорила, не пойму. У нацистов осталась одна только Европа. Почему остальной мир не даст им пинка? Момент. Не-не-не. Я лучше БФГ возьму. На чем я остановилась? А, да. Не пойму. У нацистов осталась одна только Европа. Почему остальной мир не даст им пинка? Из-за тупых мудаков, которые не могут полазить. Так папа говорил. Это похоже на правду. Круассанчик съем. Можешь, а как я сделал? Я подошел прям вот так в упор и нажал Е. Не, на этот раз не получилось. Ну ладно.
все, как у нас. Вот было бы круто заиметь такое подземное логово. Тут очень здоровый ходит. Цитадель 3. Робозальдат. Не прилетело. Ну, ой-ой-ой, я сейчас тоже сдохну, ё-моё. Так. Ты где там? Бегу, вижу тебя. Получается. А, не успел. Тоже? Ну, я прям чуть-чуть тебе не хватило долечить. Бомбануло. Так, я здесь видел какой-то код, пароль. Надо это самое где-то найти. Здесь еще кодировщик, да?
вот эти в капсулах, клоны какие-то. Интересно, как туда попасть? Хорошо, что в капсулах нет. Ну. Да я вот смотрю, там ящик стоит. Как туда попасть? Не-не-не, вот там в углу стоит, видишь? Ты через этот пульт перепрыгни к середке. Тоже хитро думал, что как-то хитро где-то обходить, вот просто перепрыгнуть. А-а-а! Понятно. Хитро задачку. Тебе не говори. Из разряда как бы. Как обмануть саму себя. Сообразительность. Да-да-да-да-да. Так, что у нас тут? О. Броник. Так, что у меня по навыкам? 1, 2, 3, 4. Подожди. Сейчас я добегу до пульта. Он был уже близко. Это а почему? Компьютер нужен. Не знаю. Просто чувство такое. Сейчас я смотрю, да. Трогаешь? Ну, через часок два. Ну, время-то только пол второго. Я просто сейчас стримлю про. Ты что-то хотел? Ну, я ведь сейчас что-то хотел. Ну, сейчас пока не могу. То мне прямой эфир идет. Алло. Алло, я здесь. Тут, извиняюсь, я тут микрофон отключал. Да не отключил. Не-не, ты меня слышал, а это самое. ОБС отключал. Так я тоже. Помоги ко мне, так, куда я зашел? Что я сделал вообще? Подожди. Задетели, куда ты зашел? Где? Концумир. Где он? А вот ты тут. Он даже обратно не был. Подожди, а ты уже зашел, что ли? Да, я уже спрыгнул. Жизнь за Айюр. И генерал Латар так долго держал это в тайне. Похоже, у него везде связи. Это хороший знак. В рядах нацистов зреет раскол, так? Сейчас. Эй, мне твоя помощь нужна, Сис. А здесь кто-то здоровый ходит, да? Блин, а тут ящик, который хочется лазером взорвать, но я не буду. Там чувак жесткий.
крейсер. Ну вот, напихали. Собака, собака. Ой, это я случайно нажал. Отойди от меня, что ты ко мне пристал? Да, я сам сзади перепрыгиваешь, моё. Джек, ты справишься? Ну, спасибо! Я в тебя верю, сестра! Он что, взорвется? Нет? Мы прям троих рядом, да? Поставили. Картина масла. Как я говорила, похоже, у него везде связи. Это хороший знак. В рядах нацистов зреет раскол, так? Достали повторяться. Правда? Да. Надо... Ключ, ой, чем я вставил уже? Что-то там я вставил. Пока выткнул ключ, выткнул пока его. Там два ящика. Сейчас. Два ящика. Сейчас. Чпок. Эй, мне твоя помощь нужна, Сис. Обнаружено неизвестное устройство. Тун-турудун. Сервер открыт, Эбби. Есть. У этого компьютера реально продвинутая система защиты. Дайте мне минутку. Так, сервер взломан. В общем, я нашла инфу по энергообороне Латара. Она как? Она с одним глазом программирует? Если встретите его, берегитесь. Ладно? Ну ты рама. Чё? Ты про что? Ну ты со своим телом с разбега ящики ломаешь. Что с ним делать еще? А ты тоже ходишь прям по дорогам, потому что ты машина? Чего?
Качок идет по дороге, его спрашивают, почему ты идешь по дороге? Потому что я машина. Опа. Что надо? Папа? О боже, быть не может. Мои девочки. Мои девочки. А вот еще один. Майнгот. В 60-х это был наш единственный шанс остановить фюрера. Ключ открывал двери в другие места, но однажды исчез. За вами был хвост? Вряд ли. Нацисты стараются сюда не спускаться. Пап, ты разве у них не в плену? Нет, солнце. Я сам пришел сюда, чтобы вновь открыть дверь и починить то, что сломал. В смысле? Что? Что именно ты сломал? Весь мир, Софи. Пап, да ты чё? Ты убил Гитлера. Гитлер создал устройство, которое включилось в момент его смерти. Этот мудак хотел устроить конец света. Макс это первым заметил. Макс, внезапные погодные аномалии, жуткие грозы, ураганы, ливни. Почему ты нам не сказал? Сет провел расчеты. Вывод был один. Наш мир скоро станет непригодным для жизни. Я понял, что должен найти. Когда Сет умер, я пришел сюда. Сет — это египетское божество. Хотела использовать меня в своих целях. Но я ее раскусил. И нашел это. Так давай, пап, открой дверь. Не получается. Почему? Я действовал по инструкции Сета. Но дверь была закрыта. И кое-что заставило меня усомниться в реальности. Измерение. Одно из сотен. Оно отделено от нас гладью пространства и времени. И там... Что там? Там другой мир, где все хорошо. И там у вас другая нормальная жизнь. Это чудесный мир. Совсем не такой, как наш. А этот грёбаный мир обречен из-за меня. Из-за меня. Это какой-то бред. Ты как-то сказал мне одну вещь. Напомни. Пока мозг занят лишь прицелом, все твои чувства в отключке. Помнишь? Ага. Теперь ты прекрати смотреть в прицел и оглянись вокруг. Каким бы ни было то измерение, мы сейчас в этом, и мы, блин, сделаем так, чтобы тут жилось не хуже. Как в свое время сделал ты. А вдруг уже поздно? Тогда будем драться. Вместе. Когда полетим на Марс. Ты прям монстр. Только Блашкович, блять, кого я вырастил. Что я должен сделать? Вот это от Сета. Охренеть. Фокусирует энергию других измерений. Что там?
Надо было просто повернуть, как я не понял. Да, вот это пипец. Джесс, повернись. Кажется, это где-то здесь. Ой, что это за хрень такая? Теперь ты будешь валить нацистов пачками, детка. Пачками. Я угадаю, это что-то вибрирующее. Убейте Бранта, пока они на земле. В небе мы их никак не остановим. Ты разве так? Не с нами? Нацисты бросят на вас все свои силы. Я останусь и задержу их. Вступайте. Готов, Кеннет? Получше, чем ты, Артур. Стухни, безмозглая. Как же. Овца. Пошутила. Вообще странно, что они не добавили скин этого Блашковича старого. Quake Champions. Ich habe mich auf dich verlassen, Juli. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend es war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Высокие отношения. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit machen, Juju! Пипец, злодей, злодей. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich geb dir Rückendeckung. Lothar, ich mein... Stell dich vor diese verdammte Tür! Все там за тебе. Реально. Первая эякуляция, да? Он убегает. Я Пьер Доли. Прием, Эбстер! Черт, связи нет. Что ж, сестра, охеренно! Ну, что там? Что за способности открылись у меня сейчас, что-то я... Ну, тебя там нужно нажать. Я на В нажимаю, и тогда там накапливаешь на правую кнопку.
Ну что? А что за способности вообще? Ну подойди к этой двери и правой кнопкой Открыть ключом бога. Накопи и открывай. У меня замочек стоит. Ой, е-мое. Правую кнопку. Да, нажимай, ничего не происходит. Ну, ТБшечку включи. У тебя там тогда с одной правой рукой будет пистолет. Спасибо, Соф. А на второй типа рука такая будет выдвинутая. Ну посмотри, что там у тебя в настройках. Ключ бога или что-то такое. Папка клавиатуры. Гранаты. А, вот на Б, да. Я понял. Ох, ты просто зверь. Вон он! Я его вижу. Так еще надо накопить патроны. Тебя стреляет, а ты собираешь. Понял. Собирал. Наши пули его броню не пробьют. А вот он нашу пробьет в легкую. У него, похоже, какие-то бронебойные пули. Его патроны кидаем. Победа или смерть, Софи, помнишь? Мы с тобой до смерти успеем еще наворотить целую кучу дел. Пиндельки. Так, а ты где? Уже внизу, что ли? Не, не внизу. Тут по карнизу. А, внизу, понял. Какой дяденька с мечом? Не говори. А, ты уже там все. Ой. Ты их все с землей сравняешь. Так. Да, тут тоже бронежилет, и сейчас я тут сверху ящичек нашел. Я
вроде все взял. Наверх нам надо, да? Атриум. Да ё-моё, я на своей же гранате подорвался. Стой, не вижу. Вижу вот эту хрень. Спасибо. Ай, бляха, муха. Подкосили гранаты. Сейчас иду. Можешь мне помочь, сестра? Зашибись, сестра. Спасибо, Джесс. Хорошо, Софи. Спасибо, Джесс. Смахсду. Какой-то махин забит. Ну. Опа! У нас гости, будут. Сов. Они здесь же! Спасибо. Я в тебя верю, сестра! Молодец, сестра! Thank you.
Я на шестеренках стою. Да, она даже лишь не прыгает ни хрена. Ну что? Вот я, девочки! Какой фонарик? Опа, нет, не успел до тебя. Давай, Джесс, надо его замочить. Я пытаюсь. Зашибись, сестра. Вот жарит, да? Так точно, мудак! Готовься к смерти! Я тут за колонной. Колонной, да. Угу. Спасибо. Бей по ранцу. Психопат, а? Ты наверху, да, на колоннах? Прям как Боба Фетт летает. Я патроны его собирал. В другом измерении, что делала? Резала свиней. Я написала бы свою первую книгу. Ну и о чем? О двух сестрах и их приключениях. Охеренная будет книга. Ясное дело. А ты?
Гуляла бы где-нибудь в полях, где солнышко светит, ветерок дует, вокруг куча зверья. Радовалась бы жизни. Да с Квейгаем бы ты мутила. Потом от вас породился Матер Хин. Да-да-да. Дом Гай. А вот и батя, наверное, да? А, это с одним глазом? Не-не-не, это матушки прилетели. Устроили нас бургер-бар! Жужу больше не жужжит. Больше никогда так не делай. Чё это? ФБР-то не справилась бы. Чёрт. Слушайте все! Мы сорвали планы по созданию четвертого рейха. Но это всего лишь отсрочка. В одиночку нам не справиться. Нужно искать союзников по всему миру. То есть, и легко говорить, у тебя два глаза. Пока мы в отъезде, вы остаетесь за главным. Мы справимся. Не вопрос. Нашим девочкам все по плечу. Черт, это точно. О, да. Я пердолю. Все, хэппи-энд. Что будет дальше? Скоро сюда заявятся берлинские дружки Жужу и Лотара. Мы будем ждать их. Класс. А пока, сестренки, есть дело. Валяй. Захватите как можно больше технологий Лотара и Жужу. Нам надо готовиться. К чему? Ну, к концу света. Ага, ясно. Если нацисты поднимутся в небо, придется и нам. Мы не дадим этим мудакам победить. Это уж точно. Скоро дождь, девочки. Судный день, все дела, да? Лины, ну? Ну вот, мы и пошли. Да. Да-да. Честно, честно, сюжетку я не особо понял. Ну, понял, но не совсем понял. Так сказать, со второй половины игры я вдруг, ну, только в сюжет стал вникать более-менее. Да, честно говоря, я тоже не понимаю, что там за мясо. Лашкуется. То ли он длину, то ли не длину, что он там делал вообще. Придумать, что делать с куском железа. Видимо, да. А здесь будет сцена после титров? Не знаю. И что теперь? Получается все? Меню сейчас выкинет или... Ну там еще что-то может. Открытый мир будет. Открытый мир? Мы людей не спасли еще. Ну да. А ты, получается, ну, прокачанный сейчас полностью уже, да? У тебя все прокачано. У меня еще 3 уровня. И какой у тебя будет уровень? 80, наверное. Нифига себе. Ну, мне игра нормально зашла. Ну да. Все подкрывал. Ну ты будешь это... как в мемах, да, 80-го левела. Качанный до максимума. Ну
Не, да, игра прикольная, мне понравилась. Ништяк на самом деле. Веселый рубилово даже. Будет не хватать таких пострелушек. Единственное, что, ну, подмечу для себя, то, что оружие в целом сделано как-то несбалансировано. Да. То есть постоянно не знаешь, что взять. Вроде дробовик, но вроде и не дробашит. Вроде УЗИшка, но кончается очень быстро. Вроде пулемет, ну такой ручной, который, да, там. Ну, патронов вообще что-то ни хрена. Больше перезаряжаешься. И постоянно вот скачешь с оружия на оружие, чтобы понять, в какой ситуации какое лучше оружие использовать. Там они поначалу думали такое, что и бронированные вроде есть, не бронированные вроде. Там как-то больше играл роль. После многих игроки пожаловались, они брали эту фишку, всех нахуй убивается. Ну, я думаю, что несбалансированность идет еще из того, что каждое оружие настраивается индивидуально, и, собственно, тут, ну, то есть, чуть быстрее, чуть медленнее, там, пробивная способность, все дела. Ну, кстати, игра и чувствуется вот по всяким вот этим убер-машинам, да, ходячим, то, что они явно должны быть какие-то непробиваемые, да, а тут вроде берешь тяжелое оружие, там, лазер, гранаты, взрываешь, пробиваешь, и в то же время берешь обычный дробовик, стреляешь по нему, и у него тоже жизни достаточно быстро расходуется, да? И как бы ты просто это самое, кайтишь и стреляешь постоянно, и все. Нет ощущения, что оно прям вообще неубиваемое, просто тебе надо что-то думать и придумывать, как его завалить. Ну, тут такой, да, зато экшон легкий, непринужденный, так сказать. Согласен. Фановый такой, стреляешь, прыгаешь, подкаты делаешь к девчонкам. И мальчишкам, а также их родителям. Пара-пара-па. Пиу. Ну да, да, да. Да. То есть я хотел сказать, что из-за того, что тут куча настроек у оружия, вероятно, они немножко пролюбили этот баланс, где можно было бы реально поставить, что вот это оружие такое вот быстрое, это там дробаш и так далее, ну там на определенную дистанцию и так далее. Вот из-за этого у них все потихонечку где-то вот эти вот зоны эффективности, они друг на друга накладываются, собственно, размывается функциональность оружия. Да. Как-то так. Ну, в принципе, да. Тут получается, ты сам себе систему настраиваешь. Но опять же, это нужно открыть все оружие, как бы все эти апгрейды, и там уже посидеть, покумекать, что-то там хочешь из этого сделать. Но, блин, да. Это. Ну, сколько мы тут. Это когда ты один играешь, а тут игра как бы заявлено как на двух игроков, и сколько мы там потратили? 7 часов, 8 часов? В районе 10 часов, я думаю, мы потратили. Слушай, ну в среднем, допустим, вот я пятый стрим, это сейчас, в среднем мы по 2 часа в нее играли, да? Соответственно, в районе 10 часов, да, 7, 8, 9, где-то так часов, если не тупить. Ну да, тут, конечно, то, что в принципе сначала начинаешь играть, и если с нуля играешь и ни хрена ничего нету, много всего пропустишь. Ну, у тебя вот оружие было, там всякие лазерные штуки и прочее, да, ты там мог открывать ящики какие-то интересные и прочее, а я, допустим, ни хрена не мог этого делать. Не, ну там, да, это пропустишь, это из разряда, что ты прошел эти 3 брудера. И, ну, это на все рассчитано на то, что ты будешь заниматься бэктрекингом. То есть ты зашел в брудер, нашел одно спецоружие, которое открывает эти спецдвери. Ты там где-то там дополнительные задания проверяешь, у тебя небольшие точки интереса появляются дополнительные, что ты там можешь через лазер открывать, потом второй брудер, третий брудер. Ну, 3 дополнительных оружия какое-то получается. Крафтворк вот этот вот. Ну, это
дизельный этот, лазерный и электрический. Вот. И это получаешь в этих брутерах, и они потом открывают эти дверки. Но сами эти дверки, они такие не настолько сильно влияют на игру. То есть от того, что ты их открыл, ты много не, ну, много не приобрел. Ну да, это понятно. Вот если бы они действительно делали какой-нибудь более замудренный дизайн, что ты можешь пройти там или что-то такое, то это было бы гораздо интереснее, знаешь, как Metroidvania, где ты, тебе нужно там получить какой-то... Короче, это попытка затянуть геймплей, вызвав у тебя интерес вернуться. Да-да-да, но тут нет такого, ради чего возвращаться особо. Мы там половину дополнительных заданий не сделали, кстати говоря. И мы то по одному подземелью только походили. Ну ты сам видел, эти подземелья не такие уж и веселые. Темно, ни хрена не видно. Соответственно, пытаюсь разобраться, куда вообще идти, а они такие лабиринты, пипец. Да. Ну что, будем выполнять дополнительные задания? Ну, если ты хочешь, можно еще побегать. Но, наверное, на сегодня хватит. Сейчас посмотрим. Дождемся, когда ты нажмешь вторую кнопку. Ну что, нажимать, я не знаю. Я все титры смотрю, думаю, вдруг что-нибудь будет. Да, я думаю, здесь... Наверное, не будет. Ну, в играх такое, что... По-моему, не делают такого, что нужно досмотреть до конца титры, они потом сами покажут. Да. Ага. А это Господь тут есть, как ее одноглазый, интересно? Есть. На втором этаже. Я был так счастлив. О-ля-ля. Он был опасный, я в их нем этом французском подземелье вечно путаюсь. Как ваши успехи? С помощью кода мы прекратим пропагандистские радиопередачи. Нацисты больше не смогут управлять умы парижан. Браво, Лифи. А вот она сидит. Я все еще в шоке от того, что вот так он среди нас. Да? Ну, ты держи гранатку. Есть разговор. Эквитей. Еще до вашего прихода Жужу и Лотар устроили ловушку, чтобы выманить. Поговорим? Некоторым все-таки удалось выбраться. Но несколько человек потерялись в туннелях под землей. Так, около чем не по прокачкам персонаж? Привет. Я пойду пособираю дополнительные эти задания. Хочу кое-что рассказать. Кстати, божественное зрение. Видели Нято. Посадочные площадки на крыше Брудера 2? Именно богини там роботов управляют все дирижабли, которые висят в небе над вами. Что мне сколько займет? 2, 3, 5. Я хотел себе прокачать бездонные карманы. Это что будет? Сюда бы, сэр. Чтобы я мог носить тяжелое оружие в кармане. Поговорим. Ага. Так, кто со мной хочет поговорить? Эй, Маше, можно поговорить? Истинную красоту Парижа не описать словами. Вот привет. Нацисты решили, что... Что? Они утыкали наш город памятниками. А давай сейчас пройдем первую самую миссию. Если ты не ну давай. Потому что нам не записано. Только нам надо общую жизнь. Слушайте, где-то тут была, по-моему. Вот она. Или на следующий раз ставим. Ну, хоть можем сейчас пройти. Просто уже 2:20 по времени.
Как ты? Мне я не стараюсь. Может, однажды ты хочешь еще раз сыграть? Да можно, давай. Ну, хорошо, давай тогда на сегодня прекратим. А. Вот. А... вот эту привет. Первую миссию, почему я прошу ее сыграть, потому что она у меня не записана. Ну ты сейчас точно не хочешь, да? Только то можно было бы сейчас без проблем. Сейчас уже как-то по 3 часа бойся, идет. Софа. Я понял. Мы их еще уделаем. Рано или поздно. Да. Давай на сегодня все-таки остановимся. Тогда в следующий раз пройдем первую миссию, может заодно еще и пару дополнительных заданий зацепим. Угу. По-любому в следующую пятницу, или когда мы соберемся, никого не будет опять, все будут в GTFO свое рубиться. Как-то так. А у нас будет во что поиграть. Ладно, что тогда? Всем спасибо, кто смотрит. Сегодня у нас, кстати, много народу смотрело. Я прям удивлен. Пусть столько не смотрят. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте заглядывать в нашу группу в Дискорде «Кооператив Дружба». Ссылка на группу в описании есть. Подписывайтесь на канал Дреда. Ссылка на него тоже в описании. Спасибо, Дред, за игру. Классно поиграли. Спасибо. Я, может, немножко тупил. Но все нормально. Да, все тупили. Когда это все построили? Да. Вроде сейчас. В начале 19 века, кажется. Хорошо! А, я не могу, я не могу. У тебя полно жизни. Ладно, спасибо, товарищи, за то, что был моим напарником. Да, я тоже спасибо. И, ну да, как ты сказал, в общем, Discord, ВК, у тебя там уже группа тоже была, правильно? Вконтакте, да, у меня этот самый ВК Плей есть. Окей, ладно. Там параллельный стрим всегда идет. Да, там что-то Телеграм, Фейсбук. Ну, короче, увидите все ссылки внизу. А... да. Блин, я смотрю, тут эти тараканы ползают по доскам. Я так экран трогаю из разряда бумажки. А, кстати, да. Кстати, действительно, я тоже прям смотрю, как будто кто-то ползает. Как будто мошка такая, знаешь, которая этот да. Отлетает, прилетает быстро. Ага. Такие бывают. Ну да, да, да. Ладно, короче, лайки, подписки, шар, донаты, если вам понравилось. Ну и, в общем-то, увидимся в этой или в другой игре, дорогие товарищи. Ладно, на сегодня, да. Наверное, все-таки все. Понаблюдаем за тараканами. Все, разбежались, сволочи. Ладно, все. Да. Пока. Я выключаю запись.